Павлодаре состоялся открытый областной чемпионат по художественной гимнастике. Вчера и сегодня во дворце спорта Баянтау выступили спортсменки из областного центра и столицы. Наша съемочная группа побывала на соревновании. Всего за два дня соревнования на ковер вышли 11 команд с групповыми упражнениями и около 100 гимнасток с индивидуальной программой. Спортсменки выступали в многоборье с обручами, мячами и булавами под пристальным вниманием судей. Итог этих соревнований – это выполнение разрядов, это взаимодействие с другими областями нашей страны, развитие художественной гимнастики, обмен опытом, конечно. Также это отбор идет и на республиканские старты. То есть по итогам этого турнира составляется сборная команда Павлодарской области. Напомним, что конкуренцию павлодарским спортсменкам составили гости из Астаны. Побороться за призовые места приехали воспитанницы нескольких столичных школ художественной гимнастики. Наша команда называется «Пантера». Мы приехали из города Астана. Как долго вы готовились к этим соревнованиям? Месяц. Где-то более месяца. А как вы оцениваете своих конкурентов? С какого города девочки самые сильные? С Шымкента. С нашего. С нашего. С Астаны. Но вы уверены в своих силах? Да. Настроены на победу? Да. А вообще вам понравилось в Павлодаре, как организовано соревнование? Да, мне очень понравилось. По результатам открытого областного первенства участницы, занявшие места на пьедестале, были награждены медалями и грамотами от Управления физкультуры и спорта. Также победители получили путевку на чемпионат Республики Казахстан, который пройдет в Шымкенте в начале следующего года. Дарья Жумабекова, Медет Карим, Ертыс Акпарат.